Ну, я считаю, что это обязательно нужно делать. Это такая двигающая сила предпринимательского сообщества. Делиться опытом, получать этот опыт. То есть я с удовольствием принимаю вот эти участие в подобных клубах. Конкуренция – это та вещь, которая двигает общество вперед. Оно что в бизнесе, что в политике одинаково. Поэтому предприниматели – это те, кто движущая сила экономики.